На высоте 2200 метров над уровнем моря, обнимаемая ладонями гор, под бескрайним голубым небом лежит озеро Дорошколь. Озеро Дорошколь, перевал Каратюрок, священная гора Белуха. Вся эта неповторимая красота Алтая попала в объектив самарских кинематографистов, режиссера Светланы Кочергиной и оператора Алексея Краснова. Съемочная группа прошла десятки километров по самой высокой горной системе Сибири, чтобы снять места, где снег укрывает вершины гор, где берут начало прозрачные студеные реки, а ветры наполнены кедровой смолой и свежестью. Белуха – священная гора Алтая. Для любого алтайца это не просто нагромождение камней. По преданию, на Белухе живут боги, хранители этих мест. Виртуальный показ организован агентством социокультурных технологий в рамках рубрики «Сделано здесь». Это часть проекта «Культурное сердце России». В течение апреля художественный будет транслировать в интернете фильмы производства самарских кинематографистов, а также кинолектории. Запланирован и цикл показов фильмов «Кино Победы». Если у вас не получилось быть онлайн во время трансляции, вы пропустили прямой эфир, то записи всех фильмов и лекториев будут доступны на страницах кинотеатра «Художественный» в социальных сетях. Андрей Горгуленко, Николай Епифанов. События.